Друзья и ученики, физкульт, привет! Снова рубрика «Вопрос-ответ». Сегодня поговорим о девушках, о женщинах, о беременности, о тренинге до беременности, во время беременности и после беременности. Все мы с вами образованные люди и прекрасно знаем и понимаем, что при грамотном тренинге, при правильных тренировках, при специальных упражнениях, если хотите, специальной гимнастике, вы можете подготовить себя к родам, и роды пройдут гораздо легче и успешнее. И сейчас в мире очень много подобных примеров. Другое дело, что нам проще списать все на беременность, не тренироваться. Большинство девчонок, парней сейчас не тренируется, даже не испытывая никаких проблем. Беременность, конечно же, это не проблема. И очень много вопросов от девчонок приходит мне, как грамотно тренироваться именно для того, чтобы подготовить себя к родам, как тренироваться во время беременности, как тренироваться до беременности, даже когда не планируешь. Об этом у меня очень много роликов, я отвечаю всегда, но вы прекрасно знаете и понимаете, что я сам не могу быть в этом положении и, конечно же, не могу дать настолько грамотных рекомендаций, которые даст вам та девушка, женщина, которая уже успешно все это прошла. И большинству из вас я всегда постоянно рекомендовал обратить свой взор, свои вопросы к Арине Скоромной. Эта девушка прекрасно прошла этапы тренинга до беременности, во время беременности. И сейчас находится, на мой взгляд, еще даже в более лучшей форме после того, как родила своего замечательного ребенка. Семья прекрасная. Арина шикарный человек, отличная девушка. Вы можете продолжать получать от нее полезную информацию. И я всем настоятельно рекомендую девчонкам стараться быть похожими на Арину. Арина, помимо того, что мама, прекрасная жена, спортсменка, помогает всем нам, ведет блоги. Недавно она выпустила книгу, которая так и называется «Красивая и здоровая мама. Беременность и восстановление после родов». Вот, я был прекрасно удивлен тем, что получил от Арины в подарок подписанную книжку от нее. И теперь тоже, как и вы, смогу получить больше знаний именно по этому вопросу. Девчонки, изучайте книгу. Я думаю, Арина выпустит еще не одну, но даже от этой одной книжки вы получите очень много полезной информации, которую сможете применить на практике. Но самое главное, друзья, это книга от практика. Я всегда вам говорил, что практика гораздо важнее теории. Теория без практики вообще мертва. Поэтому, друзья, тренируемся, развиваемся. Развиваемся не только физически, но и ментально, и духовно. Не забываем, что нужно давать напряжение и тренировку и своим мозгам. Лучше всего для этого подходят книги и игра в шахматы. Поэтому читайте. Ни одна книга, точнее, ни с одной книгой не сможет сравниться ни одно видео. Потому что книга, когда вы ее держите в руках, она как бы частичка души того человека, который ее написал. И вы практически общаетесь напрямую, получая информацию от автора. За что Арине от меня огромное спасибо. И я уверен, что и девчонки многие будут благодарить Арину за столь чудесную книгу. А мы, друзья, пока прощаемся с вами, увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте о соблюдении режима тренинга, режима питания и, конечно же, режима сна. Только эти три основных кита и дадут вам результат. Положительный результат на тех целях, в которых вы концентрируетесь. Кстати, меня часто спрашивают, и я сейчас сделаю анонс. Вышла статья на моем сайте hmgym.ru о трех основных
базовых принципов для тренинга. В первую очередь, конечно же, для натурального. Настоятельно рекомендую вам ознакомиться с этой статьей, а в ближайшее время выйдут и видеоролики на эту тему. Всем пока!